Перспективы дальнейшего сотрудничества компании «Лукойл Волгонефтепродукт» с правительством РЛ обсуждались на встрече главы региона Леонида Маркелова с вновь назначенным генеральным директором организации Ильей Бородиным. В планах руководства компании расширение делового сотрудничества с правительством республики в вопросах развития и повышения эффективности топливно-энергетического комплекса региона, а также бесперебойного обеспечения предприятий, учреждений и жителей РЛ нефтепродуктами. Компания заканчивает цикл модернизации нефтепереработки. В этой связи у нас появляются дополнительные объемы, и мы выходим с очередной просьбой предоставить нам, по всей видимости, земельные участки для развития сети автозаправочных станций по новому стандарту. Мы в прошлом году утвердили новый стандарт, но и в свете такой красоты мы просто не вправе оставлять объекты в содержании десятилетним. Поэтому это наша задача на ближайшие 3 года. Компания «Лукойл» уже десятки лет работает на территории республики. Это стратегический партнер правительства республики Марьял и компания, которая представляет качественное топливо, бесперебойное. И даже в трудные минуты, когда в свое время, когда вы помните, что задача была правительства обеспечить селян перед посевной или уборочной ГСМ, то мы тогда обращались к «Лукойл» и всегда договаривались. Сегодня мы обсуждаем вопрос инвестирования дальнейшего компании Республики Марьял, возможные строительства новых заправочных станций, предоставление со стороны правительства земельных участков на аукционе и просто рабочие вопросы, которые важны, и то взаимопонимание, которое сегодня есть между мной и руководителем компании, оно играет на благо и нашей республики, и нашей стране. Добавлю, что «Лукойл Волгонефтепродукт» является дочерним предприятием нефтяной компании «Лукойл». Ведет свою деятельность в 9 центральных регионах России, в том числе и Республики Мариэл, реализуя автомобильное топливо через 255 автозаправочных станций. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.